В Национальном музее Республики Башкортостан проходит выставка, где можно увидеть многообразие в предметах башкирской культуры от истоков к современности. Изюминкой культуры Башкортостана является народное творчество, оно же проявляется в науке, искусстве и литературе. Вещи в юрте располагали вдоль стен, оставляя свободную середину. В центре находилось место для очага. Пол в юрте устилали сухой травой, поверх травы расстилали ковры. Правая сторона юрты считалась женской. Стояли посудные шкафчики и лавки, хранились посуда и пищевые припасы. В левой части юрты, более нарядной, стояли на деревянных подставках кованые сундуки с имуществом. На них была сложена постель, а по стенам же развешивали седла, оружие и нарядную одежду. Разновидность же башкирской культуры заключается в языке, одежде, жилищах, семейных традициях и украшениях. Башкирские национальные традиционные украшения служили талисманами, оберегами и являлись показателями статуса семьи. Украшения делят на женские и мужские. К мужским относились перстни, а к женским – браслеты, подвески, ожерелья и серьги. При изготовлении украшения отдавалось предпочтение серебру и кораллам. Эти материалы, помимо декоративных качеств, обладали в представлении людей магическими свойствами. Частью культуры Башкортостана является национальный костюм. Одежду башкир шили из домашнего сукна, войлока, овчины, кожи и меха. Отличительное свойство костюма являлось его многослойность. Вне зависимости от погодных условий башкиры надевали несколько элементов своего гардероба. Традиционно в создании народных башкирских костюмов используют природные оттенки. Основными цветами являются синий, черный, зеленый и красный. Используют и другие оттенки, но они, как правило, предназначены не для повседневной одежды, а для праздничных костюмов. Национальный костюм башкир складывался в течение веков. Единого башкирского костюма не было, поскольку каждое башкирское племя имело свои отличия. Жасмин Рахимова, Рамазан Мусин, специально для горностей.